На Белсаце короткий огляд новинок. С вами Юлия Лобанова. Витаю. На паўднёвых межах Беларуси обстановка увесь час ускладняется. Про это заявил Александр Лукашенко подчас зацвярджэння постановы об ахове державной мяжы у 2022 годе. У Державном помежном комитете уже отзначили, что сёлета основное намагание у ахове мяжи будут сконцентрованы менавіта на украинском напрамку. Нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом мы в Лунинце говорили. И здесь не связано ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. Узмацнять мяжу с Беларусью Киев начал у конце года, каб супрацьстаять махчимым плыням мигрантов, якія Менск мог перенакировать с межу ее развязу во украинским напрямку. А теперь, каб супрацьстаять имоверной агрессии российских войсков, у тым лику с территории нашей краины. Омікрон – штам коронавируса, який домінує у Беларусі. У Менску на його припадає більш за 50% випадків зараження. У регіонах омікрон ще не настільки розповсюджений, але гэта справа часу, лічаць у Міністерстві ахови здоров'я. До того ж, у країні циркулюють штам дельта і грип. Медики чекають високу нагрузку на амбулаторно-поліклінічну службу, у тим ліку і на педіатрію, бо омікрону треба молодий господар. Поводле Минздоровья, полный курс вакцинации прошла амаль полова населенства Беларуси. Затримали поводле административного протокола, судят поводле криминального артикула. Небы за несплату податков. У суде Советского района Менска в закрытом режиме разглядают справу со зазнавальника ведомых выдания «Куку.орг» и «The Village Беларусь» Александра Василевича. Александр Василевич застаецца за кратами 17 месяцев. Перед гэтым ён отбыл еще административный арышт за небыто удел у несанкционованном сходе у будинку КДБ, куды принес ходатайство об змене меры стримания Виктору Бабарыку. Саша Василевич, его харизма, его характер, его сила воли, я уверена, что помогут ему не унывать и пережить этот страшный кошмар. Александр Василевич – сузасновальник вядомых онлайн-выданняў «Куку.орг» и «The Village Беларусь», а так само уладальник агентства «Вондел Гэпта» и был уладальник просторы галереи «Унискладовая». Лукашенко не имел права призначать референдум. Гэта клічыць юрист Гары Паганяйла. Адпаведную скаргу ён накіраваў у Верховный суд. Поводле Гары Паганяйлы, Лукашенко не есть законным керовником державы, и тому ягоные указы не мають полномоцтва. Тем часам скончилось вылучение у территориальной выбор камы. Завтра их кончатково сформуют. До референдума подрыхтовали больше за 7 200 000 бюллетеней. На рыхтование и проведение референдума вылучили амаль 8 миллионов долларов. Без тихогляду не поездишь? Инспекция дорожного руху планує выявлять порушальников с допомогою камера, фото и видеофиксации. У Белтихогляде сподіваються, что система запрацує сёлета. Камеры, как и у выпадку контролю худкостного режима, фиксуют регистрационный знак и зверяют его с базой известок Белтехогляд. При отсутности дозволу на допуск до дорожного руху, уласник отримливает отповедную постанову. Коли язду без технического огляду зарегиструют у першиню, уладальник отримает попередження. А уже за другим разом доведется заплатить штраф – полову базовой величини. Коли за день будут зарегистрованы несколько таких порушений, уладальника транспортного сродку притягнут до администрации. Отказности только один раз. Фаніпаль без холодной и горячей воды. Коммунальники имелись развязать проблему, однако вода з'явилася у кранах только частки жыхароў и тая колеру нафты. Аварія, зв'язаная з прорывом городского водопровода у районе продуктовой крамы по улице Якуба Колоса. По подліках мясцовых жыхароў, это уже 20-е выключение воды за апошний год. Улетку куча отключений была. У осень и у снежни агулом 20 разов. Это сапраўдный крик души. У нас куча заводов, фабрик и организаций. У весь бюджет идет у Дзяржинск, а нам ничего не трапляє. Вот как вы думаете, как звязанное повышение кошту с якостью послуг у ЖКХ? Откажу вам, а не я. Фаніпаль знову без гарачай і холоднай вады. Маладзечны водаканал арганізаваў падвоз вады жыхарам гораду. Пад падвозам маецца на ўвазе адна машына з вадой насупраць еўраопту па вуліцы Зялёнай. Каб ваша інфармацыя атрымала распаўсюд, пішыце нам у чат-боты сацыяльныя сеткі. Дасылайце нам відэа, фото і расповеды, мы абавязкова пакажам. Праз 55 хвілін у вас чакае кароткі агляд падзеяў замежжа. Да сустрэчы!